Друзья, доброго времени суток. У нас такой пушистый снег. Где-то с полчаса назад было такое солнышко. Вот, он рыжик под снегом. Головка вся в снегу. Сейчас пойдем домой. Лана, уже поделали все дела, да, Ланочка? Да, девочка наша, Колеся. Вот, и сейчас будем заходить домой. А Мишка... Сейчас посмотрю. Ой, какая хорошая погода. Да, сейчас пойдем домой. Мишка он запрыгнул, ребят. Покормили их всех. А, знаете, он охотится за мышкой. За мышами. Тут под этим комодом. Вот, они там, значит... Значит, они там это самое шевелятся, живут под этим комодом. И они там, ребята... ловят мышей, и уже неоднократно мы замечали. И вот сейчас Мишка тоже сосредоточен, может поймать мышь, ребят. Мишка мышелов. В общем, рыжик тоже пошел по своим делам, Мурка тоже где-то побежала. Вообще снегопад. Ланочка, ты девочка такая красивая. Да, снежок попал тебе. Сейчас будем заходить. В общем, ребят, хорошего дня, хорошего конца пятницы, хорошего завершения недели. Всем здоровья, добра. До новых встреч.